Екатеринбургском киноконцертном театре «Космос» состоялась премьера песни «Храм на крови». Специально для архиерейской детской певческой капеллы «Актоих» ее написали Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Сегодня известный советский и российский композитор-песенник Александра Николаевна отмечает свой день рождения. Александра Николаевна, это вы! Знаете, что замечательно? Что она в таком же платьице, как вы. Поэтому я все время вспоминаю. Как ты, конечно. Я буду теперь всегда вас вспоминать. 5 лет назад Екатеринбургская архиерейская певческая капелла «Актоих» лично познакомилась с Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым. Тогда гости приехали в столицу Урала на один из местных конкурсов. После трудного дня Пахмутова и Добронравов зашли в храм на крови. Для нас было очень тогда важно, что мы увидели не просто легенд нашей советской песенной классики, мы увидели не просто народную артистку СССР, героя социалистического труда, но мы увидели людей, которые живо, непосредственно, буквально по-детски реагируют на все происходящее. Мы увидели такую теплоту, такую искренность. Так и завязалась дружба и творческое сотрудничество. Александру Николаевну и Николая Николаевича настолько впечатлил храм на крови, его святыни, что они решили написать песню об этом святом для каждого русского человека месте. Они сами восприняли это и как личную боль, и как личную, может быть, частичку истории, которая в душе каждого из нас живет. Поэтому они тогда согласились. Ну, ушло несколько лет на то, чтобы эта песня родилась, поскольку и для Александры Николаевны, и для Николая Николаевича это была, естественно, не просто песня. Это было выражение и какой-то нравственной позиции, это было и выражение их убеждений духовных, вот это было и выражение их веры. Поэтому вот через несколько лет мы с огромным счастьем узнали, что песня есть. Екатеринбургская певческая капелла получила ноты этой песни с дарственной надписью. Конечно, нужно было еще время, чтобы эта песня зазвучала, чтобы дети осмыслили ее. И, как оказалось, с этим проблем не возникло. Даже 6-7-летние малыши поняли, что эта песня о них самих, об их родном храме, об их стране. Это очень хорошая песня. Она именно про нас. Она очень добрая. Она светлая. Она передает все. Ну, она мне очень понравилась. Александра Пахмутова очень красиво пишет песни. Я бы хотела поздравить ее с днем рождения, пожелать ей всего самого счастливого, самого лучшего, доброго. И чтобы она писала песни и дальше. К таким словам нечего больше и добавить. Александра Николаевна, спасибо с Господи за ваше творчество и многое вам и благое лето.